Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Некрос, и мы продолжаем проходить игру под названием A Whole New World. И мы остановились вот в таком каменном подземелье здесь, вон черепки какие-то, и переход в какой-то уже вот тут он кровавый какой-то мир. У нас есть там сердце какое-то, смотрите, прям как из Контры, да? Так, мы можем кидаться вот такими вот штуками, огненно-ледяными. Сейчас главное понять, а тут... Тут что-то, смотрите-ка, тут какая-то или секретка, или что это? А, эти черепки, они еще и закрываются. Вау! Это неожиданно. Да, мы же замораживать можем. И смотрите, каждый раз, вот я только сейчас заметил, что каждый раз, когда снаряд ударяется об стенку, он меняет свои свойства. То ледяной он становится, то огненный. Так, что там такое, что это? Какие-то призраки. Ну-ка. Эти по-любому, да, но они по-любому падают. Так. Воу-воу-воу, тихо-тихо. А, так они падают, и что, и ничего страшного. Музыка прикольная. Ну, как обычно. Как обычно. Так, а тут все нормально, да? Да, тут все нормально. Причем снаряды эти, смотрите, они летают прям по всей карте. И ударяются... О, нет! Да ладно, сбросили. А как обратно? Обратно я смогу залезть? Да, смогу. Совсем я сегодня что-то невнимательно смотрю на потолок. Давай вот это вот не надо. Да, можно же заморозить его, а потом это... А тут я не допрыгну никак. Нет, допрыгнул. Воу. Спокойно, спокойно. Кто это, зомби какой-то? Оу. Ну, с летучими вот так только. В смысле? А, еще я забыл, что... Вот так. Вот про это я забываю. И очень зря. Бам. С двух ударов, хорошо. Наверху тут какая-то летучая мыши. Но они сюда пролететь не могут. А тут зомбиков просто куча. Воу-воу-воу, чего они? В смысле? Аж звук перегрузился. В смысле, мне жизнь дали, что ли? Бам. Воу-воу, что происходит вообще? Жизнь какая-то. Ну так, конечно, попроще. А почему их так много-то? Что это за игра такая? Такого не было. Почему так много зомбиков? О, началось. Так, это мы вот так. В смысле, они... А они вообще убиваются? А, убиваются. Только с трех. Даже не с двух ударов. А с трех. И снова контрольная точка. Так. А это можно как-то... Мы вообще можем это разбить? Что-то не похоже. Это дракон! В смысле? Тихо. А почему? Это нормально? А он меня сейчас убьет. И главное... А, я его победил, он меня убил. Ну, прям замечательно. Что это? В смысле? О, нет! Я понял, что случилось. Паника! Все летучие мышли... мышли. Мышли. Все летучие мышли вышли. Да. А чё теперь-то? Вот куда теперь идти?
Теперь уже, по-моему, идти-то некуда. Вот это маленькое сердце, которое я разбил, оно же для чего-то нужно было разбить-то его, правильно? Для чего-то... Тихо. Может быть, где-то какой-то проход открылся, секретный, я не знаю, чего-нибудь. Тут врагов, ну, очень много. Просто что-то прям очень... Они все сверху, да, пошли? Тихо. Чего-то тут, мне кажется, я не доделал. Ну-ка. А что, прям так? Ага, и как я попаду? А, он заморозился. Нормально. А, в смысле, ты живой еще? Почему я здесь? Как я попаду в него? Никак, видимо. Давай, давай, там еще сохранялка. Мне кажется, тут надо несколько мест пройти. Тут сохранимся. Тут, видимо, нужно несколько, может быть, несколько сердец этих. Да, скорее всего. А, закрылся череп. Не понял. Скорее всего, так и есть. Это огромный уровень, где нужно... Ага. Во-во-во-во. Тут чего у нас? Темнота... Кто ты? Ты кто? Чё ты хочешь? Четыре каких-то ромба. Я не знаю, что ему надо. Но, может быть, он имеет в виду, что, типа, тут четыре этих нужно. Ну, типа, подсказка. Ну, да, четыре черепка. Всё, я понял. Я, типа, захожу, и черепок закрывается, и мы... Слушайте, да. Однако. Так. А, тут этим молнией. Ты кто? А, зомбик. Ага. А, по глазам можно посмотреть, да? И как тебя убить? Ты что, прикалываешься? А как от этого увернуться? Вот у меня такой вопрос. Такой вот у меня вопрос. Ой-ой-ой, слушайте. А, они... Нет, смотрите, глаза-то не это. Вниз мне? А, тут еще в этом нужно. Ну, знаете. Не понял. Как понять? Мысли? Что за дичь? Они еще и так могут. Жесть, жесть. Че их так много-то тут? А, еще и шипы. А, так тут я мог пройти. Вот это что-то. Или мне кажется? Не. А, все, мне не хватает, да? Жизни, ага. А откуда глаз-то? А, он оттуда. Так, а хорошо. Не-не-не-не-не-не-не, давай без этого. Вот когда одна жизнь остается, уже как-то поаккуратнее, да. Игра начинает идти, да? Так, давай сюда. Чё тут? А, оно же сквозь стенки бьет. Ты посмотри. Как удобно, ага. Бамс.
Не надо. Все нормально? Я смогу зомбика так убить? Да. Мясо. Как мне до мяса добраться? О, хорошо. А вон глаз. Вот ты, вот ты. Уп. Давай. А, тот глаз я убить уже не могу, да? То есть мне надо... В смысле? В смысле? Это слишком опасно. В смысле? А чё так... А чё так как тут много-то? Что за жесть-то? Продолжаем. Так. Значит, мы здесь, да, остановились? Хорошо. А чё трясётся всё? Огонь. Молния. Поехали. Так, с этим местом я более-менее разобрался. С двух, да? Не, все, эта штука уже не отстанет. Ужас какой, а? Жесть. Так тут все заново сейчас враги-то будут. Разве не так? Но теперь я хотя бы понимаю, как. Опять же, эти глазики. О! Все, сейчас мы с этими глазиками разберемся. Не-не-не-не-не, ничего не знаю. Все. Все. Я уже понял. Я уже мастер этого уровня. А, дальше он уже не пойдет, да? Куда пойдем? Оп-оп-оп. Вот к этому я не был готов, к такому повороту. Улетел. Там еще мясо, я смотрю. Там же по-любому или сердце какое-то есть, или что-то. Ну что-то там должно быть. В смысле? Ну или так. А где он? Глаз-то где? Ну-ка. Ты что ты творишь? А если так? А-а-а, экраном? Все, я понял. Слушайте, жесть. А можно через верх пойти? Понял вас. Все. Вот я и понял. Ну, почти. Почти понял. Сейчас все будет. Жесть, конечно, так. Играть, конечно. Это жестко. Так, тут просто, да? В смысле? Не понял. Почему я не могу... А почему я пройти-то не могу? А, странно. А это кто? Это какой-то этот. Заточили его, надо его спасать, ну, видимо. Где глаза? Есть глаза? Так, ты кто? Вроде как ты не враг. Все NPC 4-й стадии найдены. А, все. Ты куда, чего, куда ты?
Я думал, он меня убить хочет. Нормально. Так. Ой, а жизни-то у нас вообще не очень. А, по поводу жизни. Вот за эти драгоценные камни нам как раз могут жизнь и начислить. Куда, чего там, глаз? Во, мясцо. И там еще мясцо, давай. Еще эта штука. Там этот герой, которого я спас, куда-то что-то это, побежал куда-то. Еще мясо? Ну, я оставлю, пока не надо мне. Оно ж не накапливается, в смысле? Это чего это? Это он всех поубивал? А, нормально. А, у меня такой вопрос. А зачем я сюда пришел? Куда я иду-то вообще? А, вот эти штуки собирать надо. В смысле? Я нашел только одну. А их собирать-то где можно? Их можно тут собрать? Знаете, я что-то сомневаюсь. Их мо... Оу! Там это! Сердечко какое-то. Я ничего не понимаю. Не вижу. Не вижу. Нормально. О, жизнь. Так. Вот тут что-то должно быть. Вот тут сердечко. Вон оно, вон. Ага. Вот эта полоска. Она что-то к чему-то тут ведет. А ну. О, не. Еще призраки. Что-то вас много. Ну и чего? О, нормально. Куда это? О, сохранялка. Это не просто так. В смысле? Туда, видимо, надо. Тут я пройти не могу. Это очень странно. Тогда пойдем. Куда мы пойдем? Нет, туда точно не надо. Вот сюда? А, так тут смысл? В смысле? По полоске, что ли, эти? А, вон сердце. А как туда попасть-то? Здрасте. А как попасть-то туда? Не понял. Может быть, нужно вот этой штукой туда кинуть, попасть? Она типа пробежит. Но это явно надо делать не здесь. А здесь где-то. Я пройти тут не могу. В чем смысл? А ну. Может, хоть здесь я смогу пройти? Ну-ка. Ага. И все. И тут я не прохожу никак, да? А пробивать эти штуки не умею. Ой, жесть какая. Дракон опять. Нормально, дракон хоть убивается быстро. И то ладно. Вот, наверное, вот с помощью вот этой штуки надо.
Она должна проскочить, видимо. Во-во-во-во, давай-давай-давай. Она должна попасть. Ну это жесть, слушайте. Эта игра какая-то дикая. А, во, то есть... Окей. Теперь мне нужно, короче, туда. Нормально. Нет, не надо так делать. Мне только 3 сердечка. Вот этот, вот здесь должен открыться проход. Я только один нашел. Ой, что такое? В смысле? В смысле? А давай не надо. Ничего. А, они... Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ничего, сейчас этих накидаю столько. В смысле, это что, гастробластеры? Вы прикалываетесь или что? Куда ты? В смысле? А, босс-то только... Понял, вас понял. Нормально. Надо хотя бы один черепок. Во, уже легче будет. Ага. Прям легче стало. С ума сойдешь. Так они сквозь стены летают. Это нормально? И эти могут кусать. Одно сердечко осталось, как я буду. О, они что, прям вот так вот? И то не факт. Не факт, что у меня получится. Они же могут сюда прилететь. А я попадаю вроде по кому-то. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. А, то есть это не босс, это так. Чисто. Нормально, то есть. Тогда вопрос, а куда мне еще надо? Мне кажется, сюда. Тут я не был. Уже сейчас... Тихо. Ну все. Ну нет, это ведь не босс. Да. Дичайшая эта игра, конечно. И куда, и чего? А, то есть их сразу убило, да? Нормально. Глаз. А, глаз я убить не могу. Замечательно. Круто. Глаз неубиваемый. В смысле? Давай так тогда. О! Вот тут так и надо, по-моему. Всё, сейчас я вас закидаю. Он не кидается, нет? Не. А что это там? А там что-то есть. В смысле? Что-то открылось, что ли? Неспроста. Неспроста это. Все. Я такого еще нигде не видел.
О, нет. О, нет, 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 нет. Только так с ними. Прям быстро. Не понял. Я не бился. А как я тут допрыгну? А, оу. Все, я вижу, вижу цель. Бамс. Тихо. Это 4 сердца нужно уничтожить, да? Ну, жесть. Ну, по-другому не скажешь. Так, глазики, это все понятно. Какие-то штуки, слизни. Вау, не unstoppable просто. Вот чего у нас? А, тут хорошая штука. Ай-яй-яй. Классно все-таки это вот зелье. Unstoppable. А эти ромбы-то я не все нашел, тихо. Ромбы я нашел не все. Не понял. Нет! Что ж вы делаете? О. Что-то мне надо. Не понял? О, ромб! Или что это? Кровь! А, как я допрыгну? В смысле? А, вот здесь, да? Это бассейн кровавый. Так, глаз. Это второй ромб. А мне, типа, обязательно нужно все ромбы находить? Такой, слушайте, такой, это прям даже, по-моему, в Hollow Knight такого не было. Такой жести. Хотя нет, была. Где? Я в начале? Так, допустим. Но ему 4 надо. А мне наверх как-то надо, да, попасть? Тут я вроде бы уже был. Но тут я не находил ромбы. Ромб-то я не находил. И ведь смотрите, врагов-то нет. Врагов нет. Я понимаю, что я здесь уже был, но ромб-то не нашел. Тихо. Потому что 4 черепка, 4 ромба, соответственно. А чё они не распадаются? Типа их поджигать надо, что ли? Теперь вопрос. Если они ледяные, то... Они меня дамажат, если они ледяные? Или я тут уничтожал сердце? Честно говоря, не помню. Да, тут сердце, по-моему, было. Видите? Вот оно. Так, я был внизу. Я был внизу справа, внизу наверху справа. И еще внизу слева. Значит, мне наверх, налево-наверх, правильно? Я так понял. Хорошо. Мне налево наверх. Вот, вот здесь что-то. Вот здесь что-то есть. Вот там сердце. Угу, угу. Вот и враги. Окей.
тут я не был, да. Согласен. И жизнь дали. О, нормально. Так, хорошо, идем. Это оружие слишком крутое для этого уровня. А то, что мясо... О, слушай. Обманул меня. Хватит меня обманывать. Дракон-обманщик. Ну, хорошо, что тут мяса много. О, давай. Они же все сейчас полетят сюда. Вы что? Надо проверить. Не понял. То есть... Да ладно! А чё ж я раньше-то так не делал? Прикольно. Ну, дальше идти я не вижу смысла. Обязательно нужно было это сделать. А, я же по ним мог залезть наверх, не? Был такой прикол? О, нет! Не-не-не. А, тут можно так, что ли? Проблемы. Я думал, это шипы. Это не шипы, оказывается, ни разу. А там тоже шипы? Эти ямы не просто так. Такого быть не может. Такого быть не может, они не просто так. Нет, они просто так, видимо. А я попасть наверх-то не могу. А мне как-то надо. Глазик вон я вижу. Бамс, бамс. Не, как-то надо тут. Как-то тут надо наверх попасть, как не пойму. Как-то надо. Ну, либо, опять же, тут сердце. Оно блокировало дорогу. Вот здесь. Нет? Mm-hmm. Не, тут я не все открыл. Мне все время кажется, что гравитация должна резко измениться. А это что? Не, ничего. Наверх как-то надо. А как? Где-то я должен тут прыгнуть. Только где? Ну-ка. Там везде шипы? Да, тут везде шипы. А мне идти-то больше некуда. Ха-ха. Да, слушайте, непонятно. И наверх мне не попасть. И ямы эти я проверил, и ничего тут нет. Так, допустим. Отсюда я вроде как пришел, правильно? Вот отсюда я пришел. И здесь враги. Почему они здесь? Значит, тут я не был. Так. Это странно. Ой, одно сердечко. Так нельзя.
Вот здесь что-то, наверное. Это, мне кажется, я обратно иду. Да. Надо вниз прыгать. В перевернутый мир. Оно. Ну да, похоже на то. Тут я точно не был. Может быть, даже ромб найду. Или что это вообще? Такого я не помню. Вон, у нас же глаза пошли, ага. Понятно, все понятно. О, тут врагов-то. Просто... А, я про это забываю. О! А тут... В смысле? А где я? Я такого что-то не помню. Такое было? Нормально? О, а я сюда пройти не могу. Я могу только упасть оттуда, но пройти туда ну никак не могу. А глаз, кстати, я убить могу ведь. Оп. Странно это. Тут ничего. Тут ничего нет, кроме драгоценных камней. Так, ну я думаю, что... Я думаю, что это надолго. Надо найти контрольную точку. А, вот она тут и есть. Давайте я новую найду тогда. Вот. И на этом пока что все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!